Мы родились в Белоруссии, но у нас у всех грузинские корни, так как наши родители грузины. Они родились в Грузии и переехали в Беларусь. Когда ты воспитываешься в определенной культуре, а живешь в другой стране, то ты напитываешься и одной культурой, и второй культурой. И в результате получается, что для тебя эти обе культуры становятся родными. Мы всегда, можно сказать, искали, где же можно в Беларуси поддержать кусочек своей родины и о чем же мы можем рассказать белорусам. В школе я как бы немножко так стеснялась того факта, что я грузинка. И попала на концерт Сухашвили, посмотрела весь концерт и просто помню, что я встала и такая говорю, я горжусь, что я грузинка. И после этого я попросила папу отвезти меня на танцы. Нашему коллективу уже больше 12 лет. Мы сюда пришли, когда еще были с детьми сами. Основал наш ансамбль заслуженный артист Грузии Сулико Евсилиани. Через много лет, когда уже мы все подросли, ему пришлось уехать из страны. И мы не хотели потерять наш ансамбль, нашу культуру, и решились все вместе взяться и продолжить его дело. Мы развиваемся в разных направлениях. У нас есть ансамбль, который участвует в различных фестивалях, конкурсах. Также при нашем ансамбле существует школа танцев, где каждый желающий может научиться танцевать грузинские танцы. К нам в ансамбль ходят детки, ходят взрослые, и все они абсолютно разной национальности. Есть белорусы, есть азербайджанцы. Также есть шоу-группа. Мы выступаем на различных мероприятиях. Во многих соцсетях также продвигаем наши танцы. Сейчас очень многие летают в Грузию, и обычно после того, как они уже оттуда приезжают, они все такие восхищенные, всем очень нравится Грузия, и они хотят уже продолжать знакомство с Грузией, и благодаря нам они уже знакомятся с ней поближе. Каждый из нас в этом ансамбле нашел частичку своей души, частичку своей культуры. Благодаря тому, что мы делаем, мы можем вот это тепло, вот это вот грузинское добродушие, какое-то гостеприимство, все это подарить белорусским как бы зрителям. Мы всегда чувствуем, как нас гостеприимно принимают белорусы. Говорят, что грузины очень гостеприимный народ, но то же самое мы можем сказать и про белорусов, потому что каждый раз, когда мы выходим на сцену, мы видим, как люди тепло принимают нашу культуру, как ее на самом деле здесь очень любят. То тепло, которое мы получаем от зрителя, оно и является основным мотиватором, почему мы здесь продолжаем делать наше дело.